Всем большой привет! Решила я сейчас снять все пустые баночки, которые у меня накопились за декабрь месяц. То есть это то, что кончилось в этом месяце. Истратила я, конечно, не за один месяц, но закончилось в этом. Давайте чуть-чуть бытовой химии у меня тут получилось накопить. В покупках я недавно показывала, что я купила Mr. Proper. Снова точно такой же. Не стала другой аромат брать. Мне понравился с лимоном, и я также взяла. Очень хорошее вот это вот средство для мытья полов. Действительно, не надо смывать, никакого липкого слоя нет. И пол промывается очень хорошо. Вот эта штука висела, кстати. Вот она только сейчас оборвалась, а так все это время вот эта рекламка висела. Два колпачка на 5 литров воды я иногда лила меньше. Вот. И все, что здесь заявлено, это действительно так. Хорошее средство, мне нравится. Может быть, есть и лучше, но как-то вот я уже привыкла этим пользоваться, так его и покупаю. Постоянно пою оды хвалы вот этому Бреф гелю. Зеленое яблоко. Тут написано, что хватает на 14 недель. Всегда меня это веселит, потому что я не знаю, из каких соображений, насколько человек это рассчитано. Но на самом деле, если без шуток, то это средство очень долго работает. У нас семья из 4 человек, получается, постоянно пользуемся мы туалетной комнатой. И действительно, вот такого вот средства хватает надолго. По скидке бывает Магнит Косметик, можно 2 по цене одного взять или просто желтый ценник. Я ловлю такие скидки и покупаю. Бывает еще Морская Свежесть голубенький, вот этот зеленый, зеленое яблоко. Мне больше понравился вот именно этот зеленое яблоко средство. Далее. Еще закончилось одно средство для мытья посуды. Я уже полюбила это Биомио. Оно экологическое для мытья посуды, фруктов и овощей с экстрактом хлопка и аромат мандаринчика. Такой легкий аромат. Подходит для детской посуды, ну и для овощей, фруктов, как здесь и заявлено. Очень симпатичная, позитивная сама бутылочка, она радует. Здесь 450 мл. Это, наверное, самое густое средство, которое я встречала для мытья посуды. То есть тут прям каплю, если капаешь, она так долго тянется. Вот. Но так как это концентрат, можно разводить. Я лентяйка, я не люблю разводить. Мне нравится вот этой густой капелькой пользоваться. Хорошее средство. Мне такого вот на 4 человека семьи хватает на 2 месяца. Вот. Теперь уже, ну нет, еще одно будет средство. Ну уж ладно, пена проскочила. Большая бутылочка. Очень люблю я пены для ванн от Avon. Единственное, меня не устраивают некоторые ароматы. И причем не устраивают не тем, что они, может быть, мне не нравятся, а тем, что некоторые, вот, например, вот эта сочная манго ярко пахнет, действительно аромат манго на всю ванну стоит, а есть пены, у которых очень слабый аромат, и нужно либо из бутылки нюхать, либо прямо в пену носом воткнуться. Вот. Но вот эта вот отличная пена, она вот во всех отношениях замечательная, и как пена, и как очень приятная ароматерапия. Из уходового средства еще вот одна осталась, ультракондиционер для белья, такая малышка. Я хочу все похвалить вот эти вот кондиционеры у Faberlic. У них единственное, многие при покупке начинают фукать, что аромат не нравится, но это концентрат. На самом деле выполаскивается он почти полностью и остается едва-едва уловимый, нежный, такой приятный аромат цветочков, ну или там хлопка, чего заявлено обычно на бутылочке. Очень нравится, работает отлично. Ну, теперь уже по телу пойдем. Катюшка Потякова. Катюш, если вдруг смотришь, спасибо и привет тебе большой. Она мне когда-то присылала вот эту пару «Секреты лучших здравниц СССР». Это шампунь очищающий. Ну, тут написано «Детокс» на керченской голубой глине. Он действительно такой, знаете, как грязно-голубоватого, мутного цвета был. Не покажу. И кипарисовая интенсивно восстанавливающая маска для волос, для тусклых и ослабленных, без парабенов. Огромный плюс дизайну упаковки. Вот она меня честно радовала все это время в ванной. Пользовалась я месяца 4 этими средствами. То есть периодически, может быть, отставлялись, опять потом в использовании. В шампуне 400 мл, для меня это большой объем, его хватило надолго. Маска закончилась быстрее, ее тут
250-300 миллилитров. Потом я бальзамом еще пользовалась к этому шампуню. Маска чуть быстрее закончилась. В целом, вот эта пара работает очень хорошо. Шампунь промывает волосы отлично. И, конечно, если длинные, он путает, но он не делает гнезда на голове. То есть после него необходима маска либо бальзам, но он не делает пересушенными волосы. То есть, по крайней мере, мои, которые... Ну, тут написано для всех типов, а тут для тусклых и ослабленных. То есть, по сути, для сухих подходит. У меня нормальные волосы. И подошло, понравилось. И вот вы знаете, если вот так вот читать, то очень много тут всего отличного и полезного написано. Вот я так покажу поближе. Ну и тут тоже. И глины входят, и состав, конечно, хороший. Мне понравилось. Катюш, спасибо, с огромным удовольствием пользовалась и осталась довольна. Бальзам, который является также и масочкой, тоже какое-то время у меня стоял в ванной. Мне его присылала Викуля, Вика Михайлова. Привет тебе, Викуль, и большое спасибо. Вы знаете, очень хороший бальзам-маска. Вот они молодцы. Не просто маска написали, а бальзам-маска. Он действительно такой, что если чуть подольше подержишь на волосах, уже эффект маски есть. Но так в целом это неплохой бальзам. Приятный аромат у него такой вот, хвои. И работает он неплохо. Мне нравится. Гель для душа закончился. Всего один в этом месяце. Это вот такая от Yves Rocher бутылочка. 200 мл в ней. Флоридский апельсин. Вы знаете, у меня такая любовь вот к аромату цитрусовых апельсина и мандарина и грейпфрута. Лимон я уже так себе, а вот именно апельсин, мандарин и грейпфрут – это мои любимые ароматы. Девочки знали. Вы знаете, мне такой гель присылала и Оленька из Тюмени, и Викуля Оленева, и Катя Минченкова. Девчонки, всем спасибо. Пользуюсь с огромнейшим удовольствием. Это действительно для меня самый лучший аромат. Гель бесподобный сам по себе. Он работает, ну, очень хорошо, мне кажется. Гель от Yves Rocher не нуждается ни в какой рекламе. Дальше. Закончилось у меня вот такое мыло. Присылала мне его Юленька, Юля Юла. Спасибо тебе, моя хорошая. Отличное мыло. Аромат сирени. Бесподобный. Я сама в свое время покупала такое. Оно у меня также недавно закончилось. Юля как прислала, я сразу поставила в использование. 500 мл объем. Хотя оно немножко жидковатое, но мылится оно хорошо. То есть вот эта вот бутылочка у нас стояла 2 месяца в ванной комнате. То есть, ну, понятно, мы мылись не только... У меня, например, мылом только я люблю пользоваться вот таким жидким. У меня семья больше закусковое. Вот, и 2 месяца – это очень большой срок. То есть оно экономное и работает хорошо. Очень понравилось. Насколько я знаю, можно купить с разными ароматами в магазине фикс прайс такое. Но вот этот вот аромат очень вкусный, аромат сирени. Кремы. Крем для тела от Планеты Органик. Это даже не крем, а масло для тела. Это на основе орехов макадамии, тонизирующее. Это реально масло. Я его покупала сама. Оно настолько было масло масляное и очень экономное. Тут 250 мл. Я им пользовалась месяца 4 регулярно и очень медленно уходила. Оно действительно отлично питало кожу. Для сухой кожи это просто спасение. Оставалось, когда совсем чуть-чуть, я поставила на полочке. Ну, как бы, знаете, вот остается столько, что на тело не хватит меньше. И остается на 2-3 раза, может, намазать на ножки. И вот я как раз около кровати поставила и последнее время мазала его на ножки. Отличное средство для ног. Очень мало какой крем для ног будет вот так питать кожу. Поэтому присмотритесь, отличное средство. Могу только похвалить. Так, скраб. Скраб закончился для рук. Вот такой нежный, мягкое очищение. Он ко мне тоже из Тюмени от Оленьки приезжал. Она присылала мне и скраб, и крем для рук нежный. Ну вот скраб сейчас закончился.
Это действительно, вот как тут заявлено, мягкое очищение. Он не повредит. Мне кажется, таким скрабом можно лицо скрабировать, и будет все замечательно. Он хорош, если вы работаете, может быть, ручки чем-то пачкаются, ну, может быть, с землей, если работаете. Вот как раз мыла недостаточно, а вот как следует очистить кожу рук. Это вот хорошая вещь. Я люблю таким скрабом пользоваться после того, как я без перчаток, например, сделала генеральную уборку в квартире, чтобы вот то, что на руках, может быть, остается, мне хочется вот как следует очистить. И вот такой скраб был в помощь. Поэтому у меня такое средство используется долго. Вот. Обычно, вот если мне нужен скраб для рук, то я принимаю душ. Вот у меня какой есть скраб в наличии для тела, я обычно им и руки, и ноги. То есть мне этого достаточно. Но бывают моменты, когда, вот, как я сказала, какая-нибудь генеральная уборка, и вот руки нуждаются в более тщательном уходе, и тогда скраб работает. Еще один скраб, это уже для лица, превосходное очищение с минералами Мертвого моря. Если честно, у меня, например, есть две маски вот от превосходного очищения, девочки прислали. Кто прислал скраб, не помню, может быть, покупала сама. Но в любом случае, если кто-то, то спасибо большое. Это отличный скраб для лица, у него такой спокойненький аромат, не ярко выраженный, но при этом косметический. И он скрабирует очень хорошо кожу, при этом не повреждая, не травмируя, и при этом не сильно легкий. То есть вот то, что надо, вот то, что доктор прописал, как говорят. Отличный скраб, приятно работал, и после него я с удовольствием делала масочки. То есть вот этот скраб могу порекомендовать. Умывалка. Вот такая умывалка от Нивея. Приехала она ко мне от Оленьки Крюковой. Вообще интересно так получилось, что кто-то из девочек мне присылал пробничек маленький. Он мне так понравился, что, показывая в пустых баночках, я сказала, что пробник отличный, я пойду искать этот вот это средство. И мне Оля сразу в личку написала: «Света, не ищи, я тебе тут тайно посылку собираю, и оно уже стоит в коробочке». То есть вот так вот оно ко мне попало. Оль, спасибо огромное. Это вообще средство для снятия макияжа в душе. Почему мне оно было нужно? Многие девочки меня поймут, кто бывает, забываемся и с макияжем уже в душ. Я люблю мицелляркой сначала смыть макияж, потом идти принимать душ. Но у меня бывают моменты, когда я уже в душе обнаруживаю, что оказывается-то я ничего не умыла и не смыла. И тогда вот это средство работает. Как оно работает? Тут написано: для всех типов кожи, эффективно удаляет макияж, включая тушь. Входит миндальное масло 150 мл. Вы знаете, все это так, но не водостойкое. Все, что у вас может быть водостойкое на лице, она сделает эффект панды. Вот. Это вот касается и туши. У меня, например, вот карандаши Диамант от Avon, она немножко размазывает. Если карандаша нет и тушь не водостойкая, действительно смывает все отлично. Ну, то есть мне нравилось. Куда мне поставить? Дальше для ног закончился вот такой увлажняющий лосьон для ног Мохито и Лайм 75 мл. У меня вообще такой лосьон несколько раз уже ко мне приезжал. И он мне же попадался даже, по-моему, в пакете сюрпризе. Именно этот, по-моему, от Оленьки из Тюмени тоже приехал. Я путаюсь, потому что несколько бутылочек было, что-то я показывала раньше, может быть, говорила. В любом случае, огромное спасибо, Оля, те, кто мне девочки присылал. Те, кто мне ничего не присылал, мне обычно их раздражает, что я тут спасибо без конца говорю. Но, тем не менее, трудно сказать, промолчать, если действительно это подарок. Терпите, девчонки. Вообще, вот по моему вкусу, я больше люблю питание для ног. Но увлажнение тоже нужно. Вот. Этот лосьон, он неплохо работает, он действительно увлажняет, но он слабенький, и он оставляет липкий эффект такой. Для ног, как бы, ну ладно, намазал и ладно, но вот руки остаются немножко липкими. Вот это вот не совсем нравится. Но при всей... У меня еще один такой есть тюбик. Надеюсь, он у меня тоже закончится. Вот сама бы не купила, но раз есть, я их трачу. То есть, ну, трачу не так, что скрипя сердце, но раз есть, и стратила. А вот после него обычно следом сразу идет питательный крем, либо я его чередую с питательным. Но, как я и сказала, увлажнение в любом случае ногам нужно. Для рук
Вот такая малышка закончилась. Прислала мне ее Оленька Крюкова. Голден какой-то от Орифлейм. Вы знаете, он маленький да удаленький. Его хватило надолго. Ну, как, недели на три. Для меня, которая без конца я мажу руки кремом, потому что работаю с тканями, с синтепоном, с хлорофайбером, это все настолько сушит руки. Кто с тканью работает, те понимают. И после каждого мытья рук, плюс когда я работаю с тканью каждые 2-3 часа, мне все равно нужно чем-то напитать руки. Вот этот крем, его надо каплю. И он прекрасно работает, если на ночь его наносите на руки, утром они мягкие, напитанные остаются. То есть он работает и работает хорошо. Отличный крем для такой малышки. Он бывает, может, даже дольше работал, чем некоторые большие тубы в 75 мл. Еще один крем у меня открыт. Прислала мне его Лерочка. Единственное, видите, туба маленькая, но толстенькая. Поэтому выдавливать остаточки сложно. Туба сейчас пустая, здесь 50 было миллилитров. Смотрите, я что делаю. Вот у меня есть такая вот, тоже из-под крема для рук, клубничка. И я остаточки выдавила сюда. То есть он у меня не закончился, но я о нем расскажу сейчас, потому что половинка-то уже ушла, там осталась половина. Дело в том, что я его скоро выкину. И тогда нечего будет показывать. Отличный крем, если у вас есть возможность такой приобрести, он хорошо работает. Доктор Фишер называется. Супер крем. Лера, спасибо. Ну, он из Израиля, поэтому не знаю, есть ли в России. Наверное, на этом я пока остановлюсь. Спасибо огромное всем за внимание. Протараторила как могла. Всем до новых встреч. Всем пока.